Сегодня с раннего утра работники администрации района и Кашхабльского сельского поселения высаживали молодые саженцы в родовом парке, расположенном на территории Тутовой рощи. Для того, чтобы вновь придать ухоженный вид и компенсировать потери зеленых насаждений, в мероприятие были привлечены все неравнодушные жители райцентра. Опыт показывает, для человека наиболее ценным является то, что он создал своими силами, во что вложил душу. Данный родовой парк был заложен в 2013 году. Тогда жителям аула была предоставлена замечательная возможность посадить семейное дерево, а в дальнейшем ухаживать за ним, передавать память и заботу о нем потомкам. Сегодня мы проводим субботник в ауле Кашхабль в родовом парке. Родовой парк был заложен в 2013 году для всех жителей аула Кашхабль. Сегодня мы производим ремонт саженцев, которые высохли. Эти саженцы были приобретены в республиканском лесничестве. Нам помог Бельмехов Рашид, начальник управления лесами Республики Адыгея. Все эти саженцы были выделены бесплатно. Сегодня также в этих мероприятиях участвует Кашхабльское ДРСУ, который нам дал бур для того, чтобы нам скорее сделать ограду, потому что та ограда, которая была, она уже все выработала свой ресурс, и сегодня мы меняем столбы, которые находились в этом парке. Всего участниками мероприятия было высажено 200 саженцев кавказского дуба. Хочется отметить, что сегодняшний день был особенным для жителей райцентра, ведь приложено немало усилий и ресурсов, чтобы за считанное время преобразить место, где мы живем. И хочется верить, что все, кто проявил инициативу, смогли вдохновить остальных своим трудовым энтузиазмом. А выйти и сделать доброе дело для своего района, села, аула можно не только во время субботников.